на. Да, видимо, это был пейсмейкер. 34. То есть из 35. Ну что ж, впрочем. Ну, посмотрим сейчас, сколько будет. 2000 метров. Очень важный. Так, это Джима, что ли? Что-то так у них. Да, ну давайте посмотрим. Сейчас как раз 2000 метров, 5 кругов останется до финиша. Но пока чувствуется, что может, она может установить рекорд. Сколько там их не убрали. Да, все-таки тот режиссер не без опыта. Парень. Да, даже не успели, ну сколько, 2000 метров. Но, судя по всему, достаточно. 2,50 с небольшим, и может быть, ну, я думаю, что может и намного даже улучшить рекорд. Посмотрим. Ну, тут вот, видите, француз. Не без ошибок мелких, но тем не менее 5.83 берет. Ага, ну да, 5.73 он пропустил, все правильно. Француз Гири. Да нет, ну это не прыжки. Пусть меня извинит. Да, ну убежала Дефар куда-то от них, от всех. Там, да, никого уже не видно. А 34-43. Да, прибавила немножко. Ну что же безящно бежит, а, Сергей? Просто приятно смотреть. Не, ну что ж, это удивление. Бег такой, вот на выносливость, казалось бы, да, тяжело, все, ну, какие легкие движения, просто потрясающе. Уже много лет человек такую наработал, да? Потрясающе. За 400 метров 7.30. Вот, пожалуйста, 66 секунд достаточно, чтобы рекорд все вполне... В общем-то, по ее силам, он вот набегает обычно. Ну что ж, в хорошей форме. Да, да, не видно, чтобы так сказать, у нее было тяжело ей. Да. Ну, что там? Ну, для нее это здесь 8 с небольшим получится у нее, да? 200 метров остается. Да, 8 где-то 0,4, 33, пожалуйста, 8,04. Ну, вот надо, конечно, из 33-х бежать-то. Ну, я думаю, прибавит она. Ну, она бежит явно быстрее сейчас. Сейчас это чего скоро, эстетическое удовольствие получаешь. Ну, посмотрите. 8,36, да? Да, 8.36-87, Нурлима Алайсельсули. Ну и вот 32, 33, 34, 35, 28. Все как положено, как заказывали. 2.48 последние тысячи, 8.35, 28. Лучший за сезон, естественно, в мире. Ну, намного она улучшила результат. Елена Коробкина была лидером, 81.87. Ну и здесь совершенно результат, конечно, другого уровня. 8.35 и 28.